Добрый день, ребята. Иду сегодня прогуливаюсь. Из магазина уже вышла. Хотела вам рассказать, что происходит в моей жизни. Мне вчера пришло одобрение из моего жилищного кооператива. Кто новые ребята присоединился на мой канал? И кто не знает, что я сейчас покупаю квартиру в городе Сочи через жилищный кооператив Best Wave. Я заплатила 35% Best Wave, остальные 65% мне добавляет кооператив под 0% на 10 лет рассрочки. Вот такая уникальная программа. Моя задача была найти квартиру и по всем параметрам, чтобы она ко мне подходила. Параметры были самое основное, чтобы это была именно статус квартира и полная сумма в договоре, чтобы была. Потому что здесь в Сочи не любят полную сумму, чтобы не попадать там на налоги, поэтому вот такая вот сложность здесь есть. Все. Квартира была найдена, но единственное, в ходе юридической проверки была выявлена незаконная перепланировка квартиры. Сначала мне отказали в этой квартире. Потом у меня есть очень хорошая знакомая моя, родительница, я девочку ее учу. Она мне сказала, а чего отказываться? Давайте узнаем, что, какие условия они предлагают, мол. Она сама позвонила юристу, сама договорилась с этим юристом, сама проговорила все нюансы. В общем, юрист сказал, что если я на себя беру риски переоформления данной перепланировки на себя, то они готовы купить с моими рисками, чтобы я оплатила эту перепланировку. Я подумала, что и моя вот эта девушка-юрист, она, риэлтор сказала, да, давайте соглашаться, потому что это единственный правильный выход. Других квартир просто в таком состоянии, именно с такими характеристиками, очень трудно здесь найти в городе Сочи. Ну, в общем, наша задача сейчас подготовить все документы. Вчера отослали мы эти документы на квартиру, юристы просмотрели, и вчера пришло одобрение на эту квартиру. Осталось выписаться этой женщине с детьми и заплатить все коммунальные платежи, весь долг, и все будет хорошо. Так что скоро, возможно, у меня будут хорошие события в жизни. Я вам буду рассказывать. Девочки, хотела вам рассказать про свою новую косметику. В общем, пришла она мне неделю назад. Я заказала дневной и ночной крем. Вы знаете, вообще очень нравится. В восторге. Посмотрите мне, какое лицо. Мне кажется, у меня и морщинки разгладились. Мне кажется, у меня как-то и овал лица подтянулся. Ну, в общем, то, что я хотела, я осознанно сделала свой выбор. И мне кажется, результат налицо. Это после недели, а там еще много-много. Знаете, какой, мне кажется, крем такой нежный-нежный. Он какой-то такой прям бархатный. Я его с таким удовольствием использую. Он с таким дозатором прекрасным. Так что смотрите на меня. Ссылочку я вам потом оставлю, покажу его сейчас. И вот, вот такая я. Домой приду, вам покажу крем и про него еще расскажу. Какой замечательный крем. Самое главное, мне нравится, что дневной с SPF. Защита от солнца. Тут смотрите, какое солнышко. Ой, вообще прелесть. Вот такое вот солнышко. Всегда защищаюсь. Всегда крема покупаю с защитой от солнышка. Классно?
девочки, хочу вас познакомить с моей новой косметикой. Я вам уже как-то показывала, что я задалась вопросом о том, что у меня закончился крем. У меня был раньше вот такой крем, дневной закончился. И вот то, что я выбирала пальцем этот крем, я уже такой не хотела. Я хотела, чтобы был у меня крем с дозатором, хороший. И я задалась именно целью выбрать такой крем, чтобы меня устраивал по всем параметрам. И что вы думаете? Я наткнулась на совершенно новую для меня компанию MV, на нашу российскую компанию MV, основателем которой является Мария Воскресенская. Вот такой она придумала бренд MV. И я начала тщательно знакомиться с этим брендом. Вы знаете, здесь есть интересная линейка, которая меня заинтересовала. Значит, в серии вот этой косметики, вот этого бренда MV, есть гель для умывания, дневной крем, сыворотка молодости, скраб для лица, тоник освежающий, ночной крем, крем для век, маска для лица. Ну, я решила более тщательно разобраться в этом вопросе. Для себя решила заказать дневной и ночной крем. Все-таки в комплексе, я считаю, что когда применяешь косметику в комплексе, это дает более лучший результат, когда ты пользуешься дневным и ночным кремом. Итак, для выбора дневного крема для меня первая задача стояла, чтобы была защита от ультрафиолетовых лучей, от солнца. Вот этот крем имеет такую защиту. Во-вторых, посмотрите, какой прекрасный дозатор здесь. То есть уже крем будет всегда в надлежащем состоянии, и я именно возьму этого крема столько, сколько мне надо. Посмотрите, какая структура крема. Нежная-нежная. Я уже пользуюсь этим кремом на протяжении недели, и он меня просто радует. Во-первых, сама баночка, смотрите, какая красивая. Я вообще по натуре эстет, и для меня очень важно, чтобы и упаковка крема была интересной, была красивой. Ну и на полочке на моей стоит и радует меня вот такой крем. Про дневной крем я хочу вам сказать вот что интересное. В составе этого крема все натуральный. Состав что ночного, что дневного, вот чем меня прельстили эти крема, что там натуральный состав. В составе дневного отвар розмарина, отвар цветков персика и красного винограда, стволовые клетки подорожника, масло виноградной косточки, витамин Е, пептиды ржи, овса, пшеницы и низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Вот, как видите, состав крема натуральный. Я беру каждое утро, ежедневно наношу небольшое количество крема всегда на очищенную кожу лица, а также и шеи. Массажирую кожу такими легкими движениями до полного впитывания крема. Этот крем можно использовать как основу под макияж. Что делает этот крем? Я очень тщательно прочитала вот эту инструкцию, подробная инструкция. Итак, в двух словах вам расскажу. Крем – это полноценная защита и уход за нашей кожей в дневное время. Этот крем замедляет процессы старения кожи, тонизирует и омолаживает. Препятствует появлению пигментных пятен. Вот этот вопрос для меня очень важный, так как, ну, все мы, женщины, склонны к появлению, к пигментации, особенно после 50 лет. Для меня это очень серьезный вопрос. И поэтому для меня стоит всегда первостепенная задача – это защита лица от ультрафиолетовых лучей. Вот. Дальше еще то, что в составе есть гиалуроновая кислота. Меня это тоже прелестило, которая уменьшает количество морщин и поддерживает естественный уровень увлажнения моей кожи.
Итак, девочки, после недельного применения вот этого крема я могу смело вам его порекомендовать. Вот такая косметика MV. Теперь про ночной крем, что хочу рассказать. То же самое. Такой же дозатор. Очень приятная упаковочка. Тоже им пользуюсь я неделю. Смотрите. Очень-очень нежная такая текстура кремушка. Что могу сказать про этот крем? Ночной крем. В составе ночного крема масло виноградной косточки, масло ши, индийского шафрана, сои, вечерние примулы, розы, витамины Е, витамины F, пептиды ржи, овса, пшеницы и также низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Значит, как я применяю ночной крем? Каждый вечер я сначала мою лицо, убираю всю косметику. И ежедневно вечером наношу небольшое количество крема на очищенную кожу лица и шеи. Затем массирую легкими движениями до полного впитывания крема. Что ночной крем, чем меня устраивает? Он запускает процессы регенерации, повышает защитные свойства кожи и увеличивает упругость. Мне кажется, за неделю применения этого крема у меня разгладились морщинки мелкие. Мне кажется, что контуры лица стали какими-то четкими. И мне кажется, что мое лицо помолодело. Все-таки я останавливаю свой выбор за этой косметикой. И думаю, что нужно мою линию косметики из этой серии, из этого бренда MV, все-таки увеличивать. Мне понравилась она, девочки, я вам советую. Ссылочки на приобретение этих кремов я вам оставлю. Заходите, смотрите. Так что, девочки, я вам рекомендую дневной и ночной крем. Мне очень понравился этот крем. Ну, прислушайтесь к моим рекомендациям. А выбор уже делайте сами. Все, мои хорошие, будьте красивы и до новых встреч!